Всем доброго времени суток. Решили что-то с Галькой вон вечерок скоротать. Она сейчас будет на поплавочную удочку ловить, на опарыша. А я буду мормыши щуканов. Посмотрим, что у нас выйдет из этого. Вчера я здесь вообще здорово половил. А Галька в этом году еще вообще ни одной рыбки не поймала. Так что надо открываться ей. О, место себе уже выбрала. Ладно. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет. А? Как рыбы нет. Вон она. Нечестно. Чего нечестно? Ты сейчас поймаешь. Так, ну я обрыбился. Ага. Опять кто-то. О-о. Поставил рак от фанатика мелкого. Закрещните, ребят. О, видишь? Маленькие кушарики. Смотри, ветрище. Да, что-то... Неправильная сегодня погода. Ага. Эх ты. Убежал. Тащи. О! Куда ты сейчас позацепляешься? Ну вот. Первая рыбка твоя в этом году. А? Ну, вот и Галька открылась. Пробую еще. Поставим вот такой вот наномино. Джиголовочку надо вязать. Рыбка у дна стоит. В толще воды не хочет. Ух ты! А? Да, о, наноминул, как заглотил. О! Поставим. Танту. Щук клюнет. Вода спала. Спад идет. Даже по сравнению с вчерашним днем. Не хочет. Что, мотыль?
мотылька. Вот мотыль Беркли. Что ж ты, блин, нахуй сфотать таких монстров. Где-то сегодня супер окуня одни клюют. Неактивный так, чуть-чуть на хвостике сидит, на силиконке. Еле живая рыбка. Потащил, Галь, тащи. О! Ваш рыбник клюет. Сидишь, ворон, считаешь? Ну так ты смотри, поплавок, ты видишь, потащила. А? Большая. Да. Здоровенная рыбина. Видишь, клюет. Тащи. О. Что, отпускаем? Уклейка. Ой, какая жирная. Ну-ка, на, я ее сфотаю. Покрупнее маленько. Что, дождик, что ли? О-о-о. Ну что, рыб клевать не хочет, дождик пошел. О, еще кто-то. Еще окуняра. Это не везет, Галька. Ну-ка сюда, Галька, закинь. Муж здесь будет клевать. Вон туда он. Вот, Галь, куда пошла? Вот сюда вот прям закидывай отсюда. А я у тебя здесь половлю. Не можешь такого быть, что рыбы нету. Аккуратней смотри. Опа! На твоем месте, Галька. Значит, что-то тут не это. О, да? Смотри, какой. Жаба, что ли? Ага, смотри, жаба плывет. Ты что, приплыла? Ну-ка. Стой.
Куда, куда? Убежала. Галь, 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 Галь. Подожди, может вылезет. Лягушка, блин, царевна. О, видел, там у тебя куняра, он сидит. Говорю же, клевала. Снимешь? Подожди, он это заглотил там. А лягушки-то и нету. А? Лягушки-то и нету. О, уплыла. Опа! На. Ну, рыба же. Ну, видишь, уже что-то. Вот и лови. Ага. Ух ты! Вот о чем говорил. Ко дну прижимает. Окунишки. О, течет окунишка-то. О, кого поймала? Яйца. Говоришь, рыба не клюет. Тут тоже яйчишка, где? Уклеечка. Дай силиконку. Два часа ждала. Ну, видишь, все равно клюнула. Видишь, какой селедка. Видишь, рыбник клюет. Поставил светлую мормышку. Вольфрамовую. И мотыля от Беркли Гоуполайф, который посмотрим. Ага. О, супер окуняра. О, во, смотри-ка. Селедки ловишь. Что ж ты, блин? У меня какие-то сикарашки не клюют. Yes.
Что ты, блин? Смотри, все, все это крупнее и крупнее. Сегодня прям мормышенка. Реальный. Ага. Че еще там, окуняра? Ну, нормально. Рыба же. Крупняк. Где нормальный рыб? Белую мормышечку поставил. Мотыля от Беркли. Вроде как-то поактивнее пошло. Но. Причем даже клюет, когда не играешь. На этом рыбалочку будем заканчивать. Рыбки половили, душу отвели, галька открылась, наловила тут ельцов, сорожек, окуней. Ну, я так по мелочи. Ладно, всем пока.